ноющих болей в спине? Стул из кухни жесткий, неудобный и не позволяет спокойно, полноценно насладиться парочкой каток перед сном? Ваше любимое старое кресло уже не выдерживает многочасовых онлайн-баталий? Настало время сделать правильный выбор. Ведь особенности кресла от грозно звучащей компании Thunder всколыхнут ваше чувство не хуже, чем разряд грома. Подлокотники этого кресла смогут поддержать вас, в отличие от криворуких тиммейтов, в любой, даже, казалось бы, самой безвыходной ситуации. Антизапотевательная кожа позволит вам бомбить по поводу слитой катки, не опасаясь последствий. Карбоновые ставки заставят вас почувствовать себя сидящим за рулем элитного суперкара, а не симулятора, купленного в стиле по акции. Присутствует механизм опускания. Производитель подчеркивает, что данный механизм не отвечает за опускание ваших соперников в общем чате. Плед в комплект не входит, но механизм качалка, да? Механизм настройки подлокотников отсутствует, зато механизм опускания спинки тоже отсутствует. Но как плюс, кресло может выдержать вес в 16 сотых массы взрослого африканского слона. Что же касается сборки всего замечательного кресла, происходит это легко и непринужденно, что сейчас нам и продемонстрирует Артём. Артём, чем ты там занимаешься? Варю. Артём, ты дурак? А вдруг нас смотрят дети? А чем еще забить время в ролике, когда это кресло собирается за 5 минут? Сидя в этом кресле, вы никогда не останетесь без колес. Благодаря исключительной надежности колесиков этого кресла, на нем вы можете отправиться буквально куда угодно. Вы спросите, и сколько же это чудо стоит? Только сейчас и только для вас его цена 13 990 рублей. Собственно, для всех других и в любое другое время цена такая же. Как итог, кресло бюджетное, надежное и, конечно же, комфортное. Друзья, ну и как вишенка на торте, мы запускаем розыгрыш вот этого прекрасного кресла. Для того, чтобы принять участие, вам надо, во-первых, подписаться на канал, поставить лайк этому видео, ну и, конечно, написать комментарий с хэштегом ThunderX3. Ну и последним, финальным будет ссылочка в описании, по которой вам надо перейти и сделать репост конкурсной записи. И уже через 2 недели после выпуска этого ролика... А какое это будет число, мы не продумали, Димит? Не важно, мы напишем это под видео. Короче, через 2 недели после того, как выйдет этот ролик, вот в описании все будут все детали, мы объявим победителя, который и получит вот это кресло, мы ему его отправим, он его соберет и будет на нем торжественно, величественно сидеть. Удачи!